А, что? Тебе дать рыбу? У тебя есть рыба? Ну что ты нафиг? Огурцы возьмите, блядь. Я сейчас, я, короче, СС по холлику думаю, да? Пухи пиздите мне постоянно, блядь. Мне бы с нелегкостью, конечно. У тебя на пухе же есть сетка. Тебе тринки нужны, блядь, тебе тринки. Ну, что-то такое. Ну, так хули, я в 25-ку-то вряд ли пойду им. Ну, хотя бы мог. Ну, спугал пугасика, ничего. Да пугасики в рот их выебать, этих пугасиков. Ну, в прошлом, когда мы ходили, там... Надо с гильдии с какой-то, блядь, с какой хуй знает. Вообще под герой быть, если что, говорите, как быть. А что? Ну что там, когда гулять, говорите. Да, гер, да, тотем от природы арчи ставь тоже. От природы и... А что у нас конь? Арса, поменять что-нибудь, да? На броню. Ну, я не так, а что? Так, природа. Давай дашь, дай себе еще. А вот гипоты Геру сколько? 500 голды. Все, есть? Можешь пулять, можешь пулять, все. Поехали. Ну, о. Не, ну Саня, тебе далековато. А нет, сколько? Да за что нахуй? Я так отдал. Я думаю, сбейте куст и прилетает. Сто порки. Рука? Рука. Арчи. Беги, что? Ебать, он в миллизону, по-моему, поехал. И все, руку вообще похуй. Плиту бей. Даже дверь открыта. Не бойся, выходи, не плачь. Арчи, отойди от меня, Арчи, он за мной бежит. Рука. Бля, рыбу, да, получается? Все, тело бей. Вон, там 30%, можем просто две руки слить и все, блядь. Вон ту, блядь, которая масуху дает, и ту добить, блядь, пизда. Пойдем, ты тут играем, чё. Сейчас для нас рука сбиваем. Всё. Почему так? Рука, почему, да? Почему так? Потому что все равно, которая хватает, вы ее будете бить, свечиться. Вот видишь, сейчас опять будете свищиться, мало у нее хп останется, и ту лучше добейте сразу. Все, правую доигрывать? Ну или как хотите. Все, убит. Ну правую доигрывать. И он умер. Просто, да. Там у нее 14 было. Пидор, не туда. Хорош. Ёб, блядь, параша ебаная. Кристаллики. Чё, кошатницу по лескам, да? Чё, этих двух пидоров? Блядь, ну надо... Мы не успеем, наверное, да, не успеем.
Вот вообще, эти... Не, не успеем, лучше подождать. Надо еще трэш убить. Сейчас она уйдет. Не, кошку в одного тоже. Эфорики, да. Она на войско жагрится, это пихтура, вот это ее, да? Часовые кошки? Светилища агресса же на войско. По идее, да, даже. Раз они там дают, по идее, должны. Это же доптар. Эти доптар. Войско въебать будет время нормально. Заклевать. Давай, собирай. Что они ебут жестко, так что стойте на потом. Оранжи, стойте. Смотри, их стыдь одновременно. Сферки, блядь, ебла. А стой за кровати, желательно. А сферка? Ну, сейчас ха... Бля, ну, не ухал. Только их одновременно убейте, а? Да, да. Второму дайте больше, больше хп у которого бейте. Что-то все равно, блядь, больше дайте. Можно уехать и полить. Да, надо другого. Другого, да? Этот. И сейчас он не придет, и пойдем там бафы, рыбу. Короче, все же. Че, здесь начинаем, что? Или как? Ну вот на лестнице где вот. Подъем на лестнице. Где подъем, где вы или где я? Ну где ты вот? Ага. Да, где до сюда доходит, да, и пойдем. Все готовы. Арки Тремор тут не забывай. А, да, окей. Зелебоба фейерварт дашь на декатом. Кстати, по фирам вар, я думаю, собьет, да, зуботычный шарик. Потому что никто не знает, фейерварт одет. Дар... Или он как... не будет скидываться с меня. Тот, который после фира. Вот этот. Да, ну, сейчас я сбил, типа, но по идее вар это может делать всегда. У тебя берсов когда-нибудь не появится? Красава, Ван. Кстати говоря, расовый у меня что-то на панели не вытащено, так что сори, блядь. С книжки ты. Вкусно. Ну типа сами сбивайте там вар и шаман могут. Ну вар будет сбивать, а не шаман. Да блядь. А чем прыгает встанет, нормально? Всегда Ван прыгает и встанет, и в таунте. Что-то я только первый раз вижу, что он прыгает встанет. Ай, кошка прыгает. Блять, там нечаянно ебал. Смотрите, на скилле делаю. А, нихуя, она не агрится? А, не, агри нормально. Красава. Стим дам, никуда не видно. Не, она типа, не, типа прыгнула в ягод. А. Вообще этого пидора можно не бить, по идее. Сейчас просто босса бейте, появится новая кошка, просто босса бейте, и все.
Мы какой-то, когда, кстати, так и ходили, мы его типа одну слили, а потом не били. Мы так ходили. Там 25-ки, по-моему, если ДПС маленький, можно штуки 4-5 кошек убить, а потом уже не бить. Под ноги сюда. Чтобы она нас там, блядь, не пошотала эта кошка себе бить. Ну я давай. Это... Давайте попробуем. Просто. Бейте, бейте, босс, а я его тончу если что. Она только единственное косты кипит. Расставила, не шотнет точно. Все, там хули бить уже вон дам. Отведи лучше от лужи под фир, чтобы мы туда все не забежали. Да, это уже косты. Каст, 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 каст. Пробуем. Да, бежали. На всякую хуйню этот дикий агрится. То на темп, то на пета, блядь, фантовский. Можешь Васька, да, проверить. Без пула давал. А. Вот Риничка. Опять она упала. Дерьмовый. Кашан нахуй кому нужна. У него есть такая же. Ну. Я хуй знает, как. Че я пишу? Что придумать? Я, наверное, нахуй не жду. Вот я повторяю, что очистим, и отойдемся. Чё? Ну там пилюли пишут, там, блядь, писикаки. Писикаки? Вон, ой, ну, кстати, вообще можно было, да? Перед боссом писикаки, да. Идите только аккуратно. Сейчас посмотрим, блядь. Какая жопа жирная. Проводи дальше. Сейчас откидывать будет. Встаньте за спину, чтобы откинуло в стену. Вот. Сюда в стену встаньте. Саня, а что у вас в Этерналов жесткая дисциплина вообще? Ну, как ты думаешь? Господи. Прям жестко-жестко или там? Да нормально кто там, господи, как в обычной гильдии. Хорошо, и нормально играешь, никто тебя не трогает. Арчи, я считаю, знаешь, что надо сделать? Надо хоть купить ящик пива и пойти в Этернал, рейди. Это будет контент, Арчи. Согласен со мной? Ну, можно, да. Но нас не пустят, мне кажется. Мне кажется, там... Я бы на это посмотрел. Я его забаню сейчас. Бля, а вот, слышь, кто помнит, у нас, короче, на X3, когда вот еще в начале, наверное, гильды, там вар такой у нас был. У него он с фонарем всю закусом были. Как его ник был? Помнишь, Арчи? Ну, я помню, был как на R как-то ник у него, блядь. Короче, который кореш трупокупа этот, нет? Не-не, это Монтейн, это не то. Там другой, там еще один вар, короче, был. А, я по которого кипнули, да? Да-да, только как его ник? А я не знаю. Я просто чел один писал. Я думаю, что это он и есть, короче, вар. Да, а что там вообще, ну, демона я еще живой, нет? Вчера же, да, Леся заходила? Я вот вообще плохо помню, вчера я помню, вот начало разговора с ней, а потом что-то вообще забыло. Ну она зашла, типа, сказала, я там месяц остался, и все, рожает. Кап потом придет играть. А, то есть родит будет играть? Ну да. Ребенок снова растет. Без матери.
хуй знает. Так вы у нее узнали вообще, это правда или слухи, что она и отец? Мне кажется, если бы я ее вчера спросил, мне кажется, она бы обиделась. Бля, я видел фотку Маная, блядь, Надя показывала еще, мне баки. Фотка, ты видел там мысли, хуй такой, я тебе говорю, вышибала. Он маленький, не, он маленький же рост. Она показывала маленький рост. Там... Гном чисто ебаный. Да, там такой хуй типа пиздец. Столько пиздежа у него, конечно. Давайте только буквально там 2-3 минутки, быстро. А че, может убьем, потом перекурим? Можно убить, сейчас и перекурить, потом 2 минуты. Короче, кто готов, блядь, да, нужно. Бля, мне поменять. Оставь, сейчас надо отойти. Давай, давай, ну все, тогда. Минут. 2-3 все. Минуты. Го, отходи. А Гомеля, походу, забанили, блядь. Ору. Голдишку покупал, походу, да? Причина покупка 100 тысяч золотых на Warden Gold. Ай, блядь. Так у него же, у него какая, подожди, у него 35-я лоялка, ебать ему нахуй, наверное, бабосиков потребует. За разбанчик. Саня, ты тут, Саня? А, шо? Какой? Ты когда голду покупал? Бля, очень. Ну, я тебе говорю, месяца 2-3 назад, а чё? Ну, это какой, февраль? Тут просто Гомеля забанили, он пишет, что он в феврале голду покупал. Бля. А там нет разницы, ребят, там даже баны прилетают, ребят, там 6-2 за двух, ну, типа, 2 года назад чел покупал голду. А, да? Чё там, прием? Они всех перебанят. Чё-то серьезно они за эту хуйню взялись, походу. Ну потому что у них бабок сервер ни один, ни второй не приносит. Вы еще не поняли, что ли? X2 у них вообще не донатит, пацаны, там нету во что донатить. X4 то же самое. X4 тут прям вообще, даже рулетка хуевая, бля. Конечно, самый донат был на X3, когда шейм вышел. Ну да, когда, блядь, люди нахуй закидывали. Так Волонир бы уже давно, блядь, осколок добавили, и был бы донат, блядь, дебилы. Не, если бы они типа такое, знаешь, рунические сферы, вот это все подобавляли, тогда было бы. А то они добавили токены по 329 бонусов. Да и да, дорого все, блядь. Дешевле бы сделали, люди бы стали брать. Который, блядь, скинется, ну я не знаю, поживет ли этот сервер вообще до кары или нет. Ты прикинь, этот, блядь, 5 значков солнца, блядь, 200 рублей, ну это бред, блядь. Я понимаю, там... В теории они цены загнули, типа, поэтому... Бля, они же такими банами так онлайн убивают. Они думают, что сейчас люди побегут нахуй разбаниваться за 10 тысяч, блядь. Ну нихуя. У меня вот если забанят, я ебал рот. Я не буду разбаниваться. Я заебал сразу. Ты долгу не покупай. Чё, гулять будем, чешо там, блядь, где все? Пистые, а чё?
Бля, ну печально будет, если забанят. А чё, кто костры апает? Я на хантеку все побегу. Нормально, что сейчас первый рай баню. Только эти массакру сдашь на этот, на дуновение. Да. Или так, я тут услышал. Арчи. Арчи. Закидывался уж. Пролюбовал. Вот она здесь бегает, давайте. Я готова, поехали. Чё, всё, давай, влево начинайте накастовывать уже. Кстати, на пульте нормально, потому что я, наверное, сорву, блядь, я хуй знаю. А чё, погири, пока не надо? Пока не надо. Хотя, ну что-то хп падает, это... Разности, Сова. Бля, я костер не вижу, гайс. Так поставили просто его? Под луч, знаете? Чё, можно гену? Убеди его, пожалуйста. А, вот. Давай, Гер. Увидим с этого, тут будет много. Еще водичка. Какой луч поставишь, чтобы милики были? У тебя туча на танке. Разнеси сова тучу. Пацанов нет. Бля, я бутылку зайду, чтобы двигаться надо. Ничего, блядь. Бернива? Нечаянно, Бернива. Отойдите под мост. Дуновение. Ой, типа. Зашли. Мобов разбит. Вот там мобов много, веди по тех дальним. Я пока доведу, вы сольете уже. Че, не давай перебежим. Давайте, надо поднажать, ребят. Я жму, тут кидали еще. Вот там слева луч есть, подведи туда. Тучу разнеси. Разнеси тучу. Вот это. Дуновение. Кстати, Это. Лужи. Мне нечего ставить. Нашли. Сейчас добьем. Успеваем. Гим дайте. Можно по ХП, давай. Огурцы хавать, если есть здесь хуже. Мы раздеваем обоф или босса рэп? Босса, почему бы? Пожалям его босса. Че, хэм-то успеваем, да? Там 24 секунды еще, если что. 19-18. Наебашли нахуй, мы ебучку. Штанишки? Да. Чувствую. Мусор. Пушка прикольная, кстати. Ну, танька. Да, и роль на оф тут, типа, ну, ДК не нужно, а все остальные бар на фуриковый вроде. Короче, рольте на оф, если кому-то надо на мейнспек, то сказано, мейнсети. Случайно. На торе. Надо просто говорить и все. Ой, торим это смол? Который... Да, вот это. Ты выиграл? Делать, я реально плохо что-то. Ты выиграл-то 8, нет, Макс? А да. Мне же здесь что надо? Ну, я выиграл. У меня есть что надо? Я про Макс уже мам. Парни, а вы это, Таримов Хэми хотите? Да. Попробуйте пару полов хотите. Окей. Чё, давай.
А хули пробуй там добивать? Вроде берет, не надо. Да не, он лег. Вроде шарит, что делать. Ну, мы на прошлом тебя убили его. Времени. Ну, я не знаю, что там делать. Ты ж был, блядь. Да? Нет, вроде не был. Да сейчас там? Расскажем. Там ничего такого, кстати. По второму, да? Это такие же? Чё такие же могут? Да. Они станятся, ребят, но может от них не бегать. Шок, киднейты. Еще один стан. Бля, надо же, блядь, анонс дать, потому что я сегодня не, я же не пробью тут. Да я бы хотел тоже до спятку сходить. Ну не сегодня, не сегодня. Мы завтра пойдем в спятку. Да, завтра до спятку пойдем. Да я походу и умру вместе вот с этим щитом, блядь. Я его никогда не добью. Я вообще хотел завтра еще твинками сходить, как бы вторую. Походу придется пойду с пятку. Блять, нечаянно, как ты, блядь, на петухе своем стреляешь так? Это баг. Анимация. Опа. Там, чё, о чём собирает? Я собираю. Ну да, хочу. Ну, блядь, ну типа я якобы выгнал в рейде, а кто будет типа делать? Чем хочет вообще? Он походу хочет без ЕВ пойти. Ну, порову себе. Хочется потом... КДП есть. Ну он всем хочет КДП есть. Ну. Не, подожди, стой, это хуйня, нет, подожди. Нам нужно проходки людям еще сделать. Чем на хуйню тут сюда? А, на Саня объясняй, короче, решаем. Дима, похилишь, я метки поставлю. Он вон снизу сидит, просто прыгать мы по базару со среду. Сука. Ну я хуй знаю, типа выходите, хули вы.
Да он похилится. Да к тому, что нам заходить или что? Что вы делаете? Кто-то в крест, встаньте. Не бейте мбо, встаньте, кто-то в крест один. Вар, встань в крест, вот, метку. Ровно в крест встань и просто постой там. Еще один человек в череп, встаньте. Так, чё, череп? Ферни просто эту жабу, короче, лок. Вот эту большую? Да. И не просто фиряю пока, да, а танк держи это дерьмо на себе. Будет там. Там уже дерьма на стак. Арчи, встань в квадрат. Сколько там цепуха оранжа? 8 перекидывается или сколько? 11. И что это ты 12 ставишь? 11 ставлю. В луну встаньте кто-то. Один. Давай их просто докатаем. Арчи, встань в череп тебе. Арчи, встань в этот, в ромбик, да. Два танка стоят в... Босса будете танчить в крестике, оба. Ваша задача типа танчить и забирать после удара. Я буду стоять в черепе, Ретрик будет стоять в квадратике. Холипал станет в луну, Арчи будет в ромбике. Сова станет в кружок. И шипетник станет в трусы. Вы с локом, типа, хант и лок будут на РНЖ постоянно. Смотрите, это вот эти метки, в которых вы стоите, это ваша сейф-зона. Вы в ней можете стоять и бить босса весь бой, но ваша задача отходить в тех случаях. Будут заряжаться вот эти сзади кружки. То есть, если от него к боссу идет такая, типа, как волна молний, то ваша задача, типа, отбежать назад. Допустим, будет заряжаться вот это, где я стою на роге, вот эта хуйня. То есть, человек, который стоит в трусах, в этот момент задача выбежать назад и по дуге забежать вот сюда вот. Потому что рейндж, типа, от одной к другой, примерно, типа, как вот, если заряжается центральный, то к следующему этому фонарику и еще к одному, даже чуть дальше. То есть вы отбегаете сюда, оно проходит это уешка, возвращаетесь обратно в свою метку. Также типа вокруг босса будут типа Blizzard идти. Blizzard идет только по краям. То есть вы, Локи Хант, можете постоянно бегать типа по кругу. На рейнже 11 метров, доджа его. То есть задача типа, когда вы выходите, в этих метках вы Blizzard не ловите, можете бить спокойно. Но когда идет заряд этой хуйни, ваша задача типа отбежать назад и выйти, чтобы не получить это ауе. В принципе, вся тактика. Ну, Паттерфер. Ебать, там змея, по-моему, вообще охуела. Забежала и выкнорела. Короче, убейте змею, убейте всех этих ублюдков, кроме одного. Одного за МКшки, дайте отбиться, и можно стартовать. Любого одного маленького ублюдка за МКшки с носком под спать. А кто в комнату идет? Отведи одного маленького, просто в сторону отведи. В комнату идет ДК. Там идет Холи Пал, идет Лок. Я забрал маленького. Это получается раз, два, три. Идет Лок, идет Сова, 4. И пускай идет еще Ретрик, 5. На пол, по-моему. Ну давайте я пойду, Ретрик останется. Да.
Тут, смотрите, на арене кто останется, тут выходят мобы. Основных три типа. Там пробудитель, завоеватель и защитник. Защитник это милишный, он дает вихрь, типа, быша крутит. Убивайте этого капитана быстрее. У вас вон наемник, если вам Кайлу возьмешь плюс. Смотрите, пробудителю обязательно сбивать каст рунической молнии и лечение. Зелебоба, диспелишь мобов, завоевателя и защитника нужен диспел. Пробудителя, щит снимать постоянно. Все, просто бьете мобов. А кого ему МКши по КД? Или никого? Или мобы без МК? Который баб дает? Без МК. Десятку-то не за МКш, нормально. Так убьет. Замкаш ты, замкаш, замкаш, у тебя люди не отъелись. Отъедайтесь на фул, там бафайтесь. Сарчи без рыбы. Да похуй, давай так. Я поделюсь с шаманом едой. Ну все, все готовы, можешь отпускать. Войд, нажмешь на рычаг. Сразу как мобайл, или макс нажми. Да я нажму, идите. Вот, сразу тут пробегаем. Там времени хватает, мы не спешим, спокойно убиваем первых трех, потом следующих трех. Там времени предостаточно. Я буду анонсить, с какой стороны нам стоит. И в ДБМ ренджу поменяйте, она автоматически поменялась на 8, поставьте 9. У меня вообще в этом ДБМ ренджи нет. У меня 10 стоит. Кто у нас там? ДК, иди спокойно выходишь, танчишь. Так, на правую сторону. Заведи сюда мобов. Че они там стоят? Налево. Налево перейди. Я дам стан. Да он бомжей вызвал зачем-то. Я дам стан плюс кушать. Плюс он там дал. Дал стан. Обратно. Направо перейдите. Теперь налево. Да, у меня ведь ромба гаще не выходит. Все, все, этих можешь вести направо, перешли. Ну, закликнул. Уйди оттуда. Кто там стоит? Лок, уйди оттуда. Он у тебя чарженца завоевается. Право-лево встаньте и беса тоже убери. Забери беса. Надо щит диспелить, нет? Нет, он не диспелится. Ты про комнату там? Или там на арене рунический щит. А. Убейте этих пидоров, они заебали меня прокидывать. ДК первому сало дай просто. Сало вот этому дай. КД. Я по второму стан там. Все, пошли. Даю второму стан. За 5 секунд стоит. Убивай. У нас шамановый. Капитан ебёт. Вставать? Да. Вставай. Хильси, хильси. Вставил плохо. Проведи его дальше к стенке, туда упрись. И откидывать будет. Да в дверь просто упрёмся. Вот сюда вот в угол, вот этот упрись. Вот сюда смотри. Вот в этот угол упираешься, всё. Потому что мобы как роги за спину тебе проверят. Точку, точку армии. Бля. Так, по правой стороне. Добейте, блин, мобов, у нас времени вот там. По краю только идите, не идите по центру. А тебе быстрее нас ебёт, как, блядь, дауна. Но мы уже выбегаем. Маг, а маг, да. Трэш добейте сначала. Дай БР при этом.
кто там первый танчит? Встаньте пометку, может там типа сейчас убьет всех, ну. Ребят. В квадрате кто стоял? Ну, Ретрик в квадрате должен стоять. Почему он не стоит, я не знаю. Смотрите, вам надо босса, вы не так босса ставите. Ты типа ловишь босса вот тут возле стены один, и потом чувак стоит в кресте, и тебя просто перетаунтит, и босс станет нормальным. Да, это все заебись, не собери. У вас босс неправильно стоит. Вообще похуй на босса. Че вы, блядь, отойти не можете? На метки смотрите или что? Я не могу бежать. Ты просто ставь типа ковер, и когда пробегаешь, потом в начальной точке Blizzard пропадает, и на ковре ты пашешься. Ну, ну, Тарчик, ебанет тебя нахуй, отойди же. А че, нам его похуй? Просто тройните, типа, потом посмотрим. Танки нормально поменялись. Но вам баф не бьет, да? Вот сейчас ебанет метки луны. Босса не бьем, потому что два моба просто хилит. Ну конечно. А чё, их не залить никак? Или чё? Да мы тут не убиваем никак, просто попробуйте по тактике, посмотрите, поживите, что тут происходит, вот откуда летят вот эти штуки. Как Blizzard идет, ну, чтобы... Ну, они заряжают босса, потом в ту сторону, где заряжала колонна босса, он кидает молнии, чё не понятно. Танки, поставьте ровнее босса, у вас первая нога должна стоять у квадрата, вторая у черепа. Я одного не понимаю, зачем смотреть на метки, когда тут для 10 человек ренжи в этой комнате просто до ебени матери. Пиздец просто. Встать на ренже и стоять. Вы ренжу для чего набираете? Чтобы цепуху не усиливать, правильно? Просто поставьте нормально босса, и мы все станем красивым. Это сейчас мы, получается, что делали? Не травили, а что это было? Посмотрели? Тренировались. Шаман там как сдох. Че, пробудителя два осталось? Арчи, ну, мне, короче, там некоторые мобы сбивают каст. Ну, то бишь вешают сало. Поняли, там зуботычину или что они дают. Я не ебу, что мне их фейкать стоять или что. Их там куча выбегает, я даже не вижу, какой моб, блядь, что сбивает. Ну, то бишь, мне сбил каст и все повесил, ты 4 секунды КД на хил вообще, на всю ветку хила. А потом еще что-то из мобов дает, там, что-то, блядь, как, замедляет каст на 75%. Да. Это курса или магия, че? Не видел? Может, это курса? Я хуй знает. Вы на арене стоите в центре просто, типа, паком, там мобы приходят, вар просто их собирает под напулом, дает шипвейв, и вы просто заливаете. Элитников заливаете точечно. Да у него напул КД 30 секунд, длится напул 3 секунды, чё он там напулит? Типа в одну точку встать, они прибегут, или как они, чё, как они там бегают? В одну точку встать и всем сало ставить, да? Ну я хуй знаю, что тут в таком кине. Ну Торим сверху кидает молоток. Замедляет каст. Ну, вот он кидает таргет на человека. Ну вот, они все в одну точку встанут и все сало получат. Ну только так он получается не таргет, а ауэ что-нибудь. Ну молоток кидает и вокруг сколько там, 15 метров? Я арчи сейчас дам.
Ну да, мне вставать нечего, оставался. Когда еще? Ну вот эту залупу он кидает. И ходит. Там же есть ретрик на арене, пусть даст боб по шаману, да и все. И сколько он раз будет боб? Один раз даст, и все. А там не надо, там всего лишь два моба могут таких войти, или три максимум. Там станы, все действует на них. Каз сбили, боб дали, все. Шаман вышел. И эта хуйня чаржится только в самый дальний таргет, помните. Ну типа стоит тогда, типа хан, ну хан должен дальше стоять, типа ты. Типа хан должен дальше всех стоять, да. Ханту поебал должен прилетать. Он включает детеранс, ему похуй. Ну что-то между просто. Блять, ногу. Просто вот один танк, когда мы спускаемся, изначально стоит в кресте, а второй пусть станет вот тут сзади, где Рога стоит. Он его на себя заберет, и второй перетаунтит, и он станет красив. Это вы мне скажите, кто босса запускает? Он по таймеру или кто-то в него тыкает? Босса мы тычкой запускаем, когда спускаемся. Ну, танки еще пол коридора не пробежали, вы уже запустили. Крик нахер попросил. Потому что мы долго шли, у нас было 4 секунды запустить босса, я и запустил босса, естественно. Это было в горах. Сейчас сразу не... туда ДК иди, не стой тут за углом, просто врывайся. На первых трех могу. Дайте мне, пожалуйста, в среднего, вот, который прислужник. Первому дает сало, второму я закрою просто. По правой. Налево перешли. Все, можешь пулять вот того дальнего, наверное, центрального. Пошел ему стан давать. Да. По левой стороне стоит. Это направо. Ну просто веди прямо этих мобов, они умрут сами все. Лево. Заходи, заходи. Не надо так делать. ДК. Падай. Ты, а там... ты босса, знаю, только что его заэвэйдил. Падать. ДК не надо так делать. Можно падать. Могу их спульнуть. А что, они резнулись, типа? Ну да. Я заэвэйдил моба большого. Чё, падаем? И это, да. И это... Бля, у нас такая комната была охуенная. Типа прислужники вышли. Короче, смотрите, ребята, если моб уходит за вот эту вот черточку, вот которая он сейчас стоит, да? Вот примерно вот. Не, ну, кружочек, не плитка, да? А вот это типа черная, он и выйдется. И запускается, то есть заново, ну, типа, вся комната. Да, заебись. Теперь будем знать, что. Мы просто, типа, мы забегаем, встаем право-лево, ни в коем случае, чтобы ни бес, никакая собака там не стояла, ну, типа, там по центру, что, потому что он чаржится. Если он чаржем какую-то собаку выкидывает там, ну, или персонажа, или там питомца выкидывает за комнату, это тоже эвейд. А в комнате ваша задача просто убить вот этих двух кастеров, это хил, хиллеры, вот. Вы остальные, слышали, они, да? Сдохнут от клива, пока ты дойдешь туда до дурачка. Единственное, что лок может, если прям уже там по времени поджимает немножко, пройти вперед и дать койл товарищу. Он пока в койле побегает, мы уже дойдем. Ну, который за дверью или какой? Ну, нет, который большой, вот этот товарищ. А, ну может. То есть ты койлом можешь сбить ему каст вот этой, типа ОЕшки, то, да, что он... Да, ты можешь ему сбить попросить. Каст, то же самое Саня может дать блайн, тоже сбить каст. По комнату проходится очень легко, мне спешить не надо абсолютно. Просто аккуратно сыграли первого типа кастера, второго кастера. Остальные мобы и сами развалятся. Там Саня клип подрубит, и они развалятся. Ставь рыбу, арт. Фласки там, чай на вар, проверьте свои. Так, СС нет, но БР будет, если что они КДшатся. Авара, перевага.
Вару дайте, бо. Приста, бо. Погнали. Там вот моб на арене, вот пробудитель, с него не забывайте диспелить щит. Понял, Макс? С пробудителя. Начинается на П. П, Р, О, Будитель. Пробудитель. Дальше направо, перейди направо. Не, не этому, Гойл. Ладно. Я дал ему стану бежать. Налево перешли, налево. Пошли дальше. Направо. Просто спокойно идем, в мели подойдешь дальше. Подходи, подходи, забирай ДК. Бейте мелки сначала, они прокидывают. А на каст ты просто, короче, отходишь и все. Первого сразу въедьте красиво. Прислушайте. Второму стан, да. Все, поднимаемся. К воротам. ДК сразу туда в стеночку иди. Как, у вас там на арене нормально? Да. У нас времени вагон, аккуратненько, не спеша, спокойно. 40 секунд, да? Ну, по краешку идем, спокойно. А что, в центре ловушка или что там? Да, там приморозит. Да. Там типа такая сферка появится фиолетовая, ты замерзнешь на 40 секунд. Ты вар прыгнешь чуть правее, заберешь босса, ДК перетаунтит в крестик, установись крестик. 15 секунд. Ты мелко сейчас зауешит быстро. Дал сокру. А ебать, они исчезли. Все, ДК поставка. Да. Заряжается сова. Забирай. Не, нормально, первые можно стоять, вот чё. Первые стоят, понимаешь, что под Геру. До четвертого можно стоять смело. Не, типа, что рейтинг защиты снижает, ничего как. Это молния, как кто-то приста подошел. А, шаг назад. Приста сделал. Шаг. Можно БР, холи паладина БР? Дайте мне баф. Чайно. Почему ретрик стоит прям, смотри, ретрик можешь стать прям в меточку, вот, максимальный фрейм отход, а они его неправильно поставят. Смотрите, вар, тебе надо пулять его не с черепа, а с квадрата, чтобы ты с квадрата, и он поставил его, чтобы босс стоял спиной, типа, его одна нога была на черепе, другая на квадрате, то есть ты становишься вот тут вот,
и ДК у тебя забирают, чтобы он прямо пробежал между меток, а не так он стоял под углом сейчас. Вот он должен стоять так же самое, как сейчас, только между черепом и квадратом, а не как сейчас он стоит между рабом и черепом. Я не понимаю, что, блядь, ну типа это же не обязательно, просто рейндж словите и все. Но мы так не можем словить, потому что он стоит хуёво и не может. Вот Пау, блядь, смотри, как бьет, типа, и я не могу стоять. Просто пускай, значит, отбежит один к стенке и все, блядь. В чем проблема? Просто вот тут стаунтит я, и потом ДК заберет, ну прямо пробежит и все. Так же самое, как ты сейчас сделал, просто стань изначально вот в этой позиции, вот тут. И ДК у тебя заберет. Ну а два тела что сдохли? Там ржа просто. Внимательно следите за ренджой, пропишите. У вас при пуле босса меняется ренджа на 8 метров. Вы либо в ДБМе отключите, либо сразу после пула меняете. Типа, когда арена открывается, ренджа меняется автоматически. Макс, у тебя показывает ренджу или нет? Нет. А кто на турах ставит? Рендж 10. Хант или шаман? Шаман ставит. Конечно. На туре ЕП ДПС срежет. Че, масса, они все-таки собрались, да? Ну да, но они пусть идут там по ролу. Я ничего не буду сдавать за этот рейс. Ну если фул убили, да, почему нет? А там фул гибли. Фул. По-моему. Ну, у нас нет, 24 человека сидят. Вы можете сразу там в метках РДД не становиться, только под Blizzard. Типа, вы сначала встаньте подальше, посмотрите точно никого, вы не цепляйте в рейнджи, и потом уже подходите. Да-да, типа первого молния не ваншот, по-моему. Можно с похуй стоять. 23к прилетело паладину, 15к приступы прилетело. Не, я про первые молнии, которые заряжаются. Там еще какое-то кольцо льда на 7,5 прилетело. Кольцо...